Канал GT-класс, с вами Андрей Щетников, и сегодня я приготовил для вас один занимательный, на мой взгляд, вопрос. Вот представьте себе, что у вас имеется труба, материал которой не проводит электрический ток, ну, а на концах трубы закреплены электроды, заходящие внутрь. Ну, а дальше имеется продолжение этой трубы куда-то вправо и влево. А сама труба заполнена каким-то жидким проводником. Ну, пусть это будет ртуть или раствор какой-нибудь соли. Мы подаем на электроды напряжение, создаем разность потенциалов. И по трубе от плюса к минусу, как положено, течет электрический ток. А дальше мы берем и включаем насос, который начинает через эту трубу гнать этот самый жидкий проводник. Ну, с достаточной скоростью. И спрашивается, изменится ли при этом сила электрического тока между этими двумя электродами, да или нет? Ваши ответы на этот вопрос пишите в комментариях к этому ролику на YouTube.